Ари, что ты надеялась узнать о себе в таком месте? Чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше для тебя, мечник. Разве можно знать еще меньше? Если честно, Исо, мы знаем гораздо меньше тебя. Я последняя из своего племени. Никто не слышал о других Висане. Поиски привели меня сюда. Ты отправилась на Сумрачные острова? Одна? Ну и дети пошли. Я старше вас всех вместе взятых. Что ж, понятно. Чтобы действовать сообща, пусть даже недолго, нужно доверять друг другу. Мы же в смертельной опасности. Я всю жизнь ношу с собой эти солнечные камни. Но даже не знаю, откуда они. Поиски привели меня в Билдж-Вотер. Один купец рассказал, что Гангпланк недавно купил такой камень. Серьезно, купец? Хватит меня допрашивать. Поможем друг другу и разойдемся. Ты ей не доверяешь, так ведь? Она старше нас всех вместе взятых. Нет, я ей не доверяю. Я чувствую в ней внутреннюю борьбу, но она меня не пугает. Давайте будем мыслить позитивно. Врагу было больно. Даже патроны жалко. Хорошее предчувствие. Мертвее мертвого. Еще одна победа. Кто еще хочет? Жду не дождусь. Это все. Истинная
мертвее мертвого. Фортуна благоволит смелым.
Еще одна зарубка на память. Приступим. Ты труп. Эй! Кто-нибудь унесите трупы. Пуля с твоим именем.
Мори их похоронит. Надо было к нам лезть. Быстрее, лисы. И что дальше?
Новая битва? Мертвого. Потопили. Сдерживать свои инстинкты. Это одно из хранилищ благословенных островов. Об их красоте ходят легенды. Как печально видеть их сейчас в таком состоянии. Погибель не зря получила свое название. То, что это хранилище уцелело, настоящее чудо. У меня только один вопрос. Мы сможем попасть внутрь? Какая красивая дверь! Браум любит красивые двери! Чудесно. Путь есть всегда. Надо осмотреться. В тумане кружат души тех, кого забрала погибель. Он дышит их отчаянием и горечью утраты. Тогда понятно. Нет ничего холоднее поражения. Эти отметки. Они кажутся мне знакомыми. Ты сумеешь их расшифровать? Я храню столько воспоминаний, столько жизней. Кажется, что-то откликнулось. С тобой говорят духи? Нет. Камни пробудили воспоминания. Образов нет, только чувства. Возможно, я действительно найду здесь ответы.
Ясуа, если хочешь побыть один, я приду позже. Я не против компании. Если это не Браум. Ну да, он довольно шумный. Мягко сказано. Ари, я давно хотел спросить тебя. О чем? Там, в Билджвотере. Почему ты исчезла? Я поклялся защищать тебя. Я боялась, что со мной тебе грозит опасность. Это вообще опасный город. Я имею в виду не врагов, а себя. Я тебя не боюсь. Знаю. Поэтому и ушла. Ари. Отдыхай, Ясуа. Лисичка, Браум может чем-то помочь? Спасибо, Браум, я в порядке. Не волнуйся, я привыкла спать в пещерах. И без компании. А для Браума кровати слишком малы. Просторная колыбель дикой природы. Вот это по мне! В ночь, когда мы с Ясуа приплыли в Билджвотер, я впервые в жизни спала в кровати. Он заботится о тебе. Когда я встретил Ясуа, он говорил только о твоих поисках. Ради тебя он и отправился на Сумрачные острова. Только никому не рассказывай. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Просто знай, что ты среди друзей. А теперь отдыхай, лисичка. И помни, что вместе мы сила. Спасибо, Браум. Я рада, что могу называть тебя другом. Хранилище пропахло черным туманом. Здесь все пахнет смертью. Нужно отвести эту смерть любой ценой. Ради Маокая. Только на время. Рано или поздно все утонут, захлебнувшись живой водой. Да ты философ. Он достоин. Никто не встанет у меня на пути. Ты быстрее лисы. Thank you.
еще в списке. Никто не встанет у меня на пути. Ты труп. Нет, нехорошо. Уже лучше. Thank you.
Переговоры я доверю своим пушкам. Еще одна зарубка на память. Даже патронов жалко. Еще одна победа. Заряжай, целься. Будет тебе урок.
Мне нравится. Кто следующий? Было проще простого. Такие милые, когда сопротивляются. Я доверю своим пушкам. Я чувствую вкус. Вкусная работа. Даже жаль разрушать. Ты труп.
готов умереть. Даже патрону жалко. Идешь!